Мир устроен несправедливо, абсолютно, на всех уровнях, везде, и в философии, и в академических структурах. Мир везде устроен несправедливо. То есть вы можете быть очень умным, вы можете быть очень начитанным, вы можете быть очень уникальным и интересным, но по каким-то причинам вас может ничего не получиться. Все просто. Мир несправедлив. Это нормально, я к этому привык, я с этим смирился, и я с этим работаю уже давно.